Не по годам мудрая. Альбина Альдошина. Бабушка с внучкой легли на дневной отдых. Диван рядом с окном. Обе невольно залюбовались молодой весенней листвой дерева, которое растет в непосредственной близости с домом. Квартира на 5-м этаже. Бабушка с воодушевлением рассказывает о красоте пробуждающейся природы. Внучке 4 года. Она спрашивает. «Бабуля, дерево так близко к нашему окну протягивает свои ветки, а кот может забраться к нам в квартиру по дереву?» Бабушка отвечает. «Скорее всего, сможет, если прыгнет с ветки на подоконник». Но спохватившись, вспомнив об опасности детских экспериментов, строго предупреждает ребенка. «Ни в коем случае людям этого делать нельзя». Внучка вопросительно глядит на бабушку и снисходительно, тоном умудренного жизненным опытом человека, отвечает. «Ну ты что, бабуля, где я и где это дерево?»